снова всем привет на канале Олег Нестеров. Брест. Сегодня мы ведем свой репортаж со слета байкерского, который состоит... Вернее, уже он состоялся с 23 по 25 числа. Завтра будет выезд в город, в Брестскую крепость. Собирается около 3000 мотоциклов. Длина колонны будет что-то около 14 километров. Мероприятие обещает быть красивым и красочным. Попробуем это все заснять. Это будет не в форме репортажа, а скорее всего это будет просто ознакомительный какой-нибудь клипчик, фигипчик, что-нибудь такое с запасом. Это с Бельгии вот человек давай, приехал. Там еще вот из Бельгии как-то смущался. А я с деревни. У нас в деревне нет такой. Прощаемся, берем вот эту водку. Давай, давай. Ну давай, держи. Не перепутай, сначала водка. Да, я тоже так понял, я пересекнул вначале. А когда я буду пить водку, вы скажите, Сяма приболел. Вот говорите. Сяма приболел. Сяма приболел. Какое горе. Здорово! Конечно, это палаточный городок, где расположились все участники слета. Очень большой. Начинается съезд. И вот наш легендарный мотоцикл, который вы могли видеть. Это трайк. Это легенда здешних слетов. Об этом мероприятии. Ну, я здесь уже Италия. Седьмой раз. А сами откуда вы? Из Санкт-Петербурга. И, как говорится, мое посещение седьмой раз как говорит о том, что здесь хорошо. Настолько хорошо, что хочется приехать еще. Дороги, бензин, продукты лучше, чем в России. Короче, Белоруссия рулит, батька молодец. Здесь все как бы к слету приготовились досконально. Даже здесь организовали такой шиномонтаж. Прямо на месте все делают. Ребята, вот самый лучший мастер в городе Брест. Нет, мы из Могилева. Из Могилева даже приехали, чтобы шиномонтаж. Продают резину всякую. Ну, чтобы всех спасти. Много уже у вас людей сегодня? Ну, порядком, да. Ясно. Ну, если вы пробили колесо, приходите. Давай. Настоящий байкер никогда ничего не выкидывает. Он даже к обуви подбирает резину. Да, обратите внимание, резина автомобильная. Вот мастер, который это все делает. Forever. И довольно-таки скоро будет передача, где я заеду к мастеру. Он любезно согласился. Да. И покажет нам некоторые секреты этого дела. У меня вот в эту дырку палец лазит, а в эту даже не пытается. Недостатку нет в спиртном. Что вы думаете об этом мероприятии? Да говно полное. Заезжают с закрытыми сиськами. За херня. Да. Не намекает? Да, надо устроить конкурс. Заезжаешь, только сиськи открыты. Понятно. Пит-стоп такой организованный.
Как вам здесь? Отлично. Вот так вот, супер. Ребята, Оттопырка, то, что надо. Блин. Вы не первый раз здесь? Это наш, наверное, уже шестой. Брестский именно шестой точно. Да. Брестский шестой. И не разочаровывай ни разу. Все, все так, как мысли позитивно. Мы немножко устали от мероприятия. Да. Товарищ вообще устал. Мало того, что дорога такая дальняя была. Концерт там идет, но мы немножко отдалились, чтобы отдохнуть. Потому что уже и спина устала танцевать. Но в целом мероприятие очень нравится. Такая атмосфера здесь, даже люди друг друга не знающие, все здороваются, обнимаются, все как будто бы 100 лет друг друга знают, независимо где они живут, независимо от национальности. Вот так. Дима, дай мониторов. Мониторов. Бай-бай, на. Чё? Я говорю, дядя Олежа бай-бай уже устроился. Вот такая у дядя Олежа тут палатка. Лодушку дядя Олежа не взял.
Коля, ты как там? Вот так вот. Так что всем бай-бай. До завтра. Завтра будет день, будет пища. Добрейшего всем утречка. Сколько? Полдесятого? Скоро парад, надо пойти умыться. Выглядит красиво. А не как бичара-бомжара, блин, который ночевал где-то на помойке под картонной коробкой. Ну, скажи, блядь, я не... А? Картонная коробка. Да, это картонка, не картонная. Это вот такая комфортабельная палатка. Здорово, народ. Комфортабельная палатка. Вот у нас мясо-вагон. Вообще, палатка нормальная. Единственное, что так немножко меня протянуло. А я тебе говорил, закрывай эту хрень. Я закрылся, я вспотел. Я не знаю, но я ночью как начал кашлять. Это вообще. Ну. Сегодня Коля тут с утра в 7 часов гонял байкеров, блин. Говорит, ты, тебе там, что там ей приснилось? Менеджер. Мне менеджер, говорит, приснился. Иди нахрен, говорит, со своим менеджером. Короче, разогнал толпу. Спать не давали. А мне как-то не мешает. Все потихонечку просыпаются. А мы идем умываться. А? Лабиринт, да, палаток, блин, не пробраться, куча вообще. Вчера дядя Леша, это надо было видеть. А, я тебе говорил, как я вчера заблудился? Ты кругами ходил. Я вообще не понял, я кругами, я сначала в одно место зашел, в другое, а к нам так и не зашел. Завтрак здесь, короче, как это называется? Солдатская каша. Да? Девушки вот же кушают с удовольствием, да? Угощайтесь, пожалуйста. А вы сами кушали? Да. Дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Смотрите, сколько мяса. Они обжоры еще это попали. Да. Я говорю, смотрите, сколько мяса. В Беларуси для народа ничего не жалеют. Через полчаса будут люди уже собираться в колонну. Дядя Лёша поедет вот на этом мотоцикле сзади, чтобы снимать. Думаю, будет интересно. Как бы наснимали много, но столько материала много, что не знаю, как я буду делать даже. Какой-нибудь сделаю клип, что-нибудь интересное придумаем. Надо какую-нибудь музыку авторскую найти. И что-нибудь замутит дядя Лёша.